Желающий может прийти и получить всю необходимую информацию из налоговых служб, из служб ГИБДД, ДПС, службы судебных приставов, получить любую консультацию, которая только нужна. Действительно, это очень востребованное направление организации работы со стороны Республики Карелии. Задача поставлена правительством Российской Федерации, организацию порядка 200 окон. Мы уже находимся на финишной прямой. Я думаю, что в начале следующего года все 200 окон у нас будут обеспечены для организации доступности населения государственным услугам.